Ребятушки, всем привет! Пробуем лапшу быстрого приготовления. Vegetable flour. Вегетарианские цветы. Фини мини нудлес. 3 минуты и готово. Так, торговая марка подравка, я так понимаю. And chili. А, это еще и острая. То есть я понимаю. Так, а что вот это нарисовано? Короче, какой-то мексиканский вкус, наверное, тут будет. Лук, да, если острый, соответственно, перец, ну и какие-то зеленые вкрапления. Flowers of the world, мировые цветы. Так, по размерам, ну, стандартно все. Тут есть какая-то небольшая своя инструкция. Инструкция какая, да, там высыпали все в миску. А, смотрите, ее надо не заливать кипятком, а именно варить 3 минуты. Так, а это что? 5 минут в микроволновке можно еще? На мощности 800-850 ватт. Так, ну ладно, заморачиваться с этим я не буду. Я просто ее открою. И нашим старым дедовским способом залью ее кипяточком. Так, значит, смотрите, вот основная макаронина. Значит, смотрите. Приправы поделены на 2 раздела, да, там основные приправы плюс перец чили и какое-то масло. Значит, смотрите, вот эту я всегда ломаю напополам, чтобы длинные макароны сильно не были. Вот, смотрите, вот поломал. Ну, так не обязательно. Давайте на вкус попробуем. Смотрите. Ну, на вкус без приправ, вот эти стандартные макароны. Так, значит, что делаем? А, смотрите, какое масло. С каким-то черным, то есть, то ли соевый, да, наверное, тут соус присутствует. Так. Рвем. Так, а, я порвал не с той стороны, теперь вот это черное. Короче, соевый соус у меня почти не будет капать на них, ну ничего. Как бы, блядь, я выжал, наверное, получилось меньше половины. Ну и фиг с ним. Так, теперь приправки давайте. Сначала основные. Так. Я думал, честно говоря, тут будут какие-то зеленые листики. А тут, блядь, оно все такое однородное, перемолотое. Так, и теперь давайте откроем вот эту зону чили. О, чили прям красный, прям как паприка. Так, окей. Так, сейчас ждем, пока закипит вода, и зальем все это кипяточком. Так, закипел у меня чайник. Вот, послушайте. Слышите, свисток свистит. Так, поэтому заливаем его кипяточком. Тарелка у меня не сильно глубокая получилась. Ну ладно. Так, что сделаем? Накроем это тарелкой. И смотрите, вот в кадр попала еще корейская морковка. В общем, у меня такие дни корейской кухни. Да, корейцы тоже любят, я так понимаю, острую еду. Как и мексиканцы. Многие, наверное, слышали такое. Так как мексиканцы едят много острого, да, то это уже... как бы на них, на их здоровье не отражается. На самом деле, есть такое понятие, как карта гастрологических заболеваний. В общем, все вот эти проблемы с желудком, их в Мексике намного больше, чем в среднем по остальным другим странам. Поэтому, если вы острое любите, то все-таки в меру все это принимайте. Не надо прям сильно много, без фанатизма. Опять же, если вам сильно остро во рту, вы это проглотили, да, то как бы вот этот ваш пищевод, он вкуса не чувствует, но оно там тоже, короче, изжигает вас изнутри. Поэтому
будьте внимательны. Так, минутка прошла, еще 2 минутки подождать. Так. Сейчас оно уже немного размокло. Вот эти большие части надо перевернуть. Знаете, раньше я вот это... лапшу быстрого приготовления всегда ел ее как макароны, то есть вот так вот ее в кипятке заварил, запарил, а потом всю эту воду сливал. А сейчас нет, воду никогда не сливаю, ем ее как супчик. Вот. Ну, честно говоря, вот эта инструкция, что можно в микроволновке делать лапшу, ни разу такого не то, что не делал, даже не видел. Так, 2 минуты прошло. В принципе, можно начинать есть. Давайте попробуем. Опять же, вот эти маленькие частички, они уже хорошо пропарились. Так, вот, посмотрите. Ой, чувствуется остренькое, но именно хорошо. Кстати, ни разу не покупал вот этой корейской лапши, знаете, в этих бумажных квадратных стаканчиках. Как-то не довелось. Так, ну ладно, давайте вот это попробуем. И на этом видео будем заканчивать. Вот так хорошо. Ну ладно, в общем. По 10-бальной системе. Как бы твердые 8 вин из 10. На этом все. Пока.